Всем привет, ребята! Это новое видео. Сегодня мы будем готовить. Будем готовить филе со спагетти. Вы думали, я буду только снимать всякие игры и влоги? Нет. На этом канале тоже будут выпускать всякие видосы по готовке. Я буду всякую фигню готовить. Но сегодня я приготовлю легкое. Ну, для кого-то не легкое. Так, ну что ж. Сегодня филе. Это же филе. Да, филе куриное, спагетти открытые, масло, потом соль, потом что? А, сковородка, кастрюля для спагетти, и все. Так, ну и вот, давайте начнем готовить. Для этого нам понадобится досочка, ножичек. Вот что наделал. Так, первое, мы, я надеюсь, видно, так я тут какашечку все уберу пока что, чтобы это ничего не мешало. Так, ножичек, начинаем открывать эту засранку. Какая она сочная. Хе-хе, бой. Как вам? Начинаем ее нарезать аккуратненько, небольшими кусочками. Я надеюсь, у меня что-то получится вообще. Нарезаем. Так, ну что ж, я нарезал. Вот такая получилась вкуснотень. Так, ну давайте, надо еще варить спагетти, кстати. Давайте добавим масло. Кстати, не того масла взял. Добавим масло в кастрюльку, ой, в сковородку. Вот так мы аккуратненько нальем. Куда налил? Так, короче, и вот так делаем. По сковородочке размазываем, грубо говоря. Так, это все мы сюда выкладываем. Вот это все. Вот так вот. Так, надеюсь, все нормально будет. Так, что? Я что-то хотел. А, точно. А, вот же она. Это что мешать? Так, это вот сюда. Это больше нам не понадобится. Это тоже вот сюда. Так, давайте я это в принципе уберу. Я пока вот сюда положу. Так. Так, все сделаем. Так, теперь начинаем готовить спагетти. Примерно столько воды, наверное. Вам видно? Примерно столько воды. Если кто-то не умеет готовить, если кто-то пришел сюда узнать, как готовить, я буду вам тоже чуть говорить. Где-то столько воды. Наверное, да? Да. Спагетти по выбору. И я вас еще научу сейчас готовить спагетти. Так, давайте пока поставим мясо на готовку. Все. Потом. И греть... А, нет, точно. И греть воду тоже надо. Скипятить. Вот, ждем, пока она скипятится. Когда увидите, что она бурчит, там пузырьки появляются, добавляйте спагетти, сколько вам надо. И вот. А потом я уже все объясню. Кстати, пока это все готовится, хотите, я покажу, на чем стоит мой телефон. Как вам такое? Кстати, вот уже готовится моя мяско. Вот она уже почти приходит в аппетитный вид. А вода сейчас пока не кипятится. Ну ладно. Кстати, ребята, я забыл сказать. Надо посолить, чтобы было вкусно. Мяско. Так что чуть-чуть вот так солим. Я не вижу на случай. Вот я вот так сделал, короче. И ну так вот, короче, делаем, ребята. Потом еще чуть-чуть. И, короче, вот так посыпаем. По вкусу, по вкусу. И все это мешаем дело. Уже, кстати, вкусно получается. И пахнет адекватно. Пахнет вкусно. Вода, кстати, скоро кипятится. И все в этом роде.
Кстати, ребята, уже вскипела вода. Кипела вода. Сейчас покажу вам. Ладно, не буду показывать. Короче, она должна прям кипеть. Я надеюсь, вы знаете, как вода вскипает. И добавляем спагетти. Сейчас вам покажу. Добавляете. Вот так вот. Надеюсь, что мне хватит. И что на ужин себе оставлю. Я все равно что-нибудь съем. Надеюсь, только хватит. Давайте еще добавим. Ладно, давайте все добавим. Все, мы все добавили. Теперь самое главное, я надеюсь громко, да, говорю, потому что все это шумит. И, кстати, уже курочка очень вкусно получается, как видите. Пока надо готовить курочку, мы делаем спагетти. Короче, смотрите, обязательно мешать спагетти иногда. Не стоять, конечно, возле них, но иногда надо помешивать спагетти. Какая-то херня такая. Иногда помешивать спагетти. Я уж, наверное, возьму ложку. Возьму ложечку. А филе вроде приготовила, кстати, ребята. Мы сейчас попробуем. И вот, спагетти вы помешиваете. Вот так вот помешиваете. А потом уже вы попробуете на свой вкус, если увидите, что они приготовились. Вот. Ну что ж, ребята, попробуем мяско. Я надеюсь, она приготовилась. Годно, кстати. Мне кажется, надо досолить маленько. Так что мы сейчас чуть-чуть посолим. Вот так вот. Я, конечно, все раскрошил. Я еще все остановил. Вот так вот. И вот так вот. А тем временем мы еще помешиваем спагетти. Вот так вот. Я вилкой мешаю. Помешиваем спагетти. Вот так вот. Все, мяско вроде приготовилось. Можно его, наверное, доставать. Да, наверное. Так, мясо готово. Короче, смотрите, если, еще говорю, если у вас набухает здесь пеночка такая, либо мешайте спагетти, либо убавляйте огонь. Так, мы вроде приготовили спагетти. Давайте попробуем. Сейчас возьму чуть-чуть. И попробуем спагетти наши. Да, готово все. Давайте отключать и сливать воду. Так, пойдемте сливать воду. Вот так накрываете крышечкой. Оставляете небольшую щель, чтобы вылилась вода. О, спагетти полетели. Туда меньше делайте щель, короче. И выливайте воду. Ну так, короче. Да. Получилось. Ну что ж, накладываем. Можно накладывать. Берем. Спагетти навалим. Кстати, нормально спагетти. Я думаю, будет много. Так, столько спагетти навалили. И сейчас будем наваливать мяско. Вот так вот. И навалили маленечко мясо. Вот так вот. Отлично. Так, это я на потом. Ну что ж, я показываю блюдо.
И сделаю как раз этот какой. Что я сделаю-то? Короче, забить. Так, ну что ж, ребята, хочу сделать вывод. Попробуем мое блюдо. Так, я надеюсь, мне хорошо видно. Пробуем мое блюдо. Мясо готово. Спагетти, соответственно. Всем приятного аппетита. Всем пока.